солнца свет. Но на всей земле меня счастливее нет. В белом одеянии я на берегу вижу белый лебедь, крыльями взмахнул. Говорят, что лебедь птица верная, верность сохранить хочу я. Со мной завет, не на десять дней, на годы, а на век. Легкая волна ласкает берега, а душа моя ликует, спасена. Распахнулись небеса, отдаю жизнь для Христа. Я хочу служить Ему всю жизнь мою, со словами верю я, кровь Христа печать моя, погружаюсь и встаю, благодарю, благодарю. Кажется, природа вмиг вся ожила, пение птиц стремится трелью. До уста радость песни рвется из груди моей, наслаждаюсь я в лучах любви твоей. Распахнулись небеса, отдаю жизнь для Христа. Я хочу служить Ему всю жизнь мою, всю жизнь мою. Отдаю жизнь для Христа, я хочу служить Ему всю жизнь мою, всю жизнь мою. Со словами верю я, кровь Христа печать моя, погружаюсь и встаю, благодарю, благодарю. Неспроста. Небо наша мечта. Мы готовим людей к пришествию Иисуса Христа, Иисуса Христа.
день Господень грядет. Он грешный мир потрясет, над землей вознесет. Тех, кто Господа ждет, пронесутся года. Мы оставим тебя, мы не вернемся сюда. Земля, прощай навсегда. Тебя не спасет, Бог их тот подведет, но для церкви грядет долгожданный последний исход. Над землей вознесет. Те, кто Господа ждет, пронесутся года. Мы оставим тебя, мы не вернемся сюда. Земля, прощай навсегда. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Их поставили пред апостолом, и сии, помолившись, возложили на них руки». Мы умоляем, благослови.
Слава Богу. Сливаясь с общим пением в унисон, и сердце к небесам струится гимн. О наш Спаситель, будь превознесен, достоин ты всей славы и хвалы. Нет слов и нот таких, чтоб рассказать, как благодарны мы тебе, Господь. Ты согласился на кресте страдать и облачился ради нас во плоть. Но в третий день ты, Иисус, воскрес, и смерть признала твою власть над ней. Во всей вселенной зазвучала песнь, песнь воскресения царя царей. Для наших душ излилась благодать, сияют мира Божьего лучи, и мы хотим восторг свой передать. Пусть «Аллилуйя» громче зазвучит.
Дабы кто, как тать не восхитил принца твоего, пусть будет нечестие, как злобный поток, мы будем держать, да поможет нам Бог, пусть будет нечестие. Мы будем держать, да поможет нам Бог. Что имеешь, христианин?
держи, что тебе подарил Божий Сын. Нам есть за что биться, нам есть что держать. Не будем беспечны, чтоб не потерять. Нам есть за что биться, нам есть что держать. Скажем вместе «Слава Богу!» Приветствую вас всех, дорогая церковь, братья и сестры, именем и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Он верен, наш Господь. Он вчера и сегодня, и вовеки тот же. Аллилуйя! Слава Господу! А Он сказал, что Он будет пребывать не потому, что я здесь или кто-то из нас, и Он придет почтить нас, но Он будет потому, что там будут собираться во имя Его, два или три. Слава Господу, что мы здесь пришедшие во имя Господа нашего Иисуса Христа, и Он среди нас. Аллилуйя! Благословен наш Господь, который Духом Святым продолжает говорить к нашим сердцам, как через эти чудесные песнопения, как хора, группы, так и общее пение, также и через это слово, которое мы слышали, через проповедующих, которым Господь касался нашего сердца, и эти слова, прочитанные из Священного Писания о том, как были в свое время призваны на служение, отделены для служения, для того, чтобы церковь не оставалась вне заботы. Бог печется о своей церкви, слава Господу. И Он Духом Святым, которого и излил в сердца наши, Духом Святым, Он сегодня благословляет нас, Он учит нас и наставляет нас на всякую истину. Для чего? Для того, чтобы никто из нас не уклонились от этой простоты во Христе. И Он учит нас через Своих служителей, которых поставляет Церковь, которых избирает, которых приглашает Церковь. Слава Богу! Дорогая Церковь, хочу всех вас поблагодарить за то, что вы верны, что вы приходите в собрание, и я вижу вас все больше и больше каждый раз в этом собрании. Слава Богу! Смотря на то, что у вас здесь также улучшается вот это быт ваш, правда, лучше смотрим на стены по-другому, все вокруг, все улучшение. Но, наверное, это бы не давало столько радости, если бы вас здесь не было. Но смотря на вас, видя, как вы с малолетними вашими здесь в собрании, мое сердце радуется, и знаете, небеса радуются, слава Господу, что есть те, которые поправляют свои отношения с Богом, не просто приходят в церковь, а отбудут время и ушли, какими были, такими и остались, а может и хуже. Нет, но я смотрю и вижу, что у вас есть ревность, горение для Бога, что вы стали жертвенными, продолжайте в этом быть и дальше, трудиться, как во всех этих направлениях служений, которые у вас есть, слыша о вашей церкви, где вы совершаете служение, мы также радуемся, братья, те, которые слышат о вашем посвящении Господу вместе с вашими служителями, с вашим старшим пастором, епископом Николаем Михайловичем, слава Богу за вас, за все эти благословения, которые мы переживаем в нашей объединенной церкви, которую Господь готовит к своему пришествию. Слава Богу за Дух Святой, который сегодня еще и еще раз изливает этот Дух Святой. Знаете, что Он изливает в сердца наши? Любовь друг к другу, слава Господу. И когда эта любовь в нашем сердце друг к другу, тогда мы приходим в собрание и мы имеем эту любовь от Бога в сердце нашем к Церкви Божией. Мы посвящены Церкви. Тогда наши десятины, пожертвования, жертвы. Мы думаем, Господи, как мало я еще сделал для Тебя, как хочется еще больше быть посвященным в этом служении. Пусть Дух Святой поможет, благословит. Я верю, что это собрание, которое мы уже видели благословенным, правда? Вы получили благословение?
Аминь, слава Богу, мы получили это слово, которое нам так необходимо быть еще больше подобны на Иисуса Христа. Он смирил себя и был послушным даже до смерти и смерти крестной. Насколько сильно нам сегодня нужно учиться от Него. А Он говорит: «Придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вас». И Он говорит: «И научитесь от меня». Есть что-то, что мы учимся от Него и в нашем служении, и в хождении. Кто-то, наверное, как группы, так хор, и чудесное пение хора. Слава Господу, хористы, за вас, за то, что вы идете, тратите время. Это особое время, знаете, для служения. Просто так не споешь. Это нужно время быть посвященным. Я знаю, что для того, чтобы собрание вот это было благословенным, недостаточно хора, недостаточно группы, но кто-то был посвященным молитве, стоя перед тем, как и шел собрание. Господи! И вымаливал у Бога: благослови это собрание. Продолжайте быть таковыми молитвенниками в домах своих прежде, чтобы увидеть славу Божию в этом собрании. Нужно, чтобы кто-то стоял в этом проломе за тех, кто будет проповедовать, кто будет петь, кто будет благословлять. Действуя, Духа Святого приходит на ответ, ответ приходит на вопрошение, на моление, на просьбы, на прошение. И когда эти прошения совершаются людьми посвященными, не просто помолился, так отбыл время, а которые день за днем остаются верны. Каждый раз в молитве они промаливают это место, призывая Божье благословение, Божию силу, Божье посвящение на служение в собрании святых. Во всех местах собраний святых мы нуждаемся, чтобы действовал Дух Святой. Слава Господу! Пусть Бог и дальше нас благословит в этом особом служении. Как вы уже слышали, сегодня особое время для нас пред Господом. Это посвящение ваших дорогих братьев, которых вы, посмотревши, увидевши, отделивши, сегодня уже было прочитано из Деяния 6 главы, и даже вся глава была прочитана. Я верю, что и я получил благословение, вот прочитанные слова как бы напоминались, и там хоры звучали, что были те люди, которых отделила церковь, которые были посвящены для Бога, а в особой молитве, и на них возложили руки, написано, и помолились о них, и дело Божье еще больше расширилось, и церковь Божья умножалась, и многие пришли к вере, потому что были те, которые могли служить или которые откликнулись для того, чтобы быть посвященными Богу. Слава Господу! Размышляя сегодня пред Богом и как-то даже вчера, позавчера, молясь: «Господи, что особое у Тебя есть для нас, для этой церкви?» И знаете, как-то размышляя над Словом Божьим, сидя и в духе размышляя, получил это слово, прежде нежели буду говорить братьям наставление, хочу для церкви немножко сказать. Дорогая церковь, наверное, мы понимаем, что так необходимо в церкви, чтобы было все правильно. Вот, начиная от пастыра, проповедующих, пророчествующих, те, которые служат, необходимо, чтобы все было правильно. И Господь, когда мы читаем послание к Ефесянам, к Ефесской церкви, сегодня звучит к нам, там говорил эти слова в 4 главе, я не буду открывать, читать, но он говорил, что он поставляет и апостолов, и пророков, и пастырей, и учителей, он тот, кто поставляет. И написано там, также звучит, что для чего? Для того, чтобы церковь созидать. Для того, чтобы церковь учить, для того, чтобы заботиться о церкви, чтобы церковь Божия была с каждым днем больше и больше как бы вооружена, приготовлена для того, чтобы встретить Господа, а вооружена для того, чтобы пройти вот этот путь, который необходимо, и его пройти необходимо без греха, сохраняя себя в чистоте и святости,
и невозможно сохранить, если мы не будем научаемы через Слово Божие, через Дух Святой, который берет удел, когда в церкви есть поставленные Господом. А Бог поставляет через нас с вами, через людей в церкви. Он не просто раз взял с неба, скинул. Помните, это только было когда-то для этого ефиоплянина, которому нужно было откровение от Бога. И тут раз Филипп появился, правда, на дороге. И что ты не понимаешь, о чем читаешь? Он говорит, нет, не могу уразуметь. И он ему изъяснил Писание, написано. И это был один из деканов, первых деканов церкви, который был предназначен для особого служения. Я так часто читаю и думаю, наверное, у него было особое такое сердце, которое могло открыться, чтобы беседовать один на один с человеком, как-то услышать, увещевать. Но потом смотрю, Бог берет его, восхищает, не стало Филиппа. Этот евнух продолжил путь свой, радуясь. А Филипп оказался и проповедует уже, исполненный духа и силы. И люди каются, слава Богу. Не только оказался он для такого служения, где один на один, но где и нужно проповедовать, где нужно стоять за истину, как подобно Стефан, который стоял и видя, может быть, этих врагов, которые так пришли в ярость, а он говорит, я вижу небо отверстым, слава Господу, и Сына Божия одесную Бога, слава Господу. И это тоже был один из первых деканов, которых мы читаем, а которые были избраны вот тогда апостолами, то, что было прочитано. И это для нас как примеры. И, дорогая церковь, размышляя, я понимаю, что ибо, как пророк Иеремия говорит в 29 главе, и мы читаем эти слова, я, может быть, даже прочитаю дословно, где двадцать глава, мы прочитаем с 11 стиха. Это слово больше для церкви. Я верю, что Дух Святой что-то готовил, когда я размышлял, молился, и эти слова почему-то открылись для того, чтобы были прочитаны здесь при рукоположении, но в то же время для народа Божия. «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Особые благословения для народа израильского были сказаны когда-то через пророка Иеремию. Бог брал удел. Но сегодня эти слова пророческие звучат для Церкви Божией. Он говорит, ибо я только знаю намерение о вас. И мое намерение, оно не во зло для вас, а во благо для вас. Бог говорит, что это его намерение, его мысли, его то, что он делает, оно всегда есть для того, чтобы благословить нас. Иногда мы не понимаем, что-то приходит в нашу жизнь, какие-то трудности, переживания, но Господь Духом Святым, открывая, говорит для нас, что Его намерение о нас во благо. Поэтому так важно не потеряться в то время, когда приходят трудности и переживания, но, доверившись Господу, продолжать идти за Господом день за днем, ожидая, что у нас есть Господь, который доведет нас или приведет нас в свою славу. Бог говорил когда-то Моисею слова, и мы помним, наверное, когда особо читаем начало книгу Библии, особо книга чисел повествует об этом, и там сказано, что Бог говорил, отправь от себя 12 соглядатаев, или человек,
тех, которые главные в народе или, скажем, особо знаменитые в народе. Я так думаю, что они были особо богобоязненные в народе, которые были отделены, Бог так сказал, главных от прав этих 12. Но когда мы смотрим то, что было, и Бог сказал, выбери этих, и пусть они пойдут и принесут нам, расскажут, что там ожидает нас. И когда пошли, то только 2 человека оказались из этих главных верными. Дорогая церковь, так важно сегодня, чтобы те, которых вы поставляете, избираете сегодня в церкви, за которых молитесь, чтобы они оставались верными до конца, чтобы никто из них не сходил с дистанции на полпути или даже меньше. Для этого необходима ваша молитва, церковь. Постоянно, непрестанно, каждый раз вспоминайте ваших служителей в молитве. И не только ваших, но и всех, кто служит сегодня, и миссионеров, евангелистов. Продолжайте молиться за епископов, за все церкви, где есть служители, за хористов, за детские воскресные служения. Продолжайте молиться, чтобы не сходили с полпути. Там были главные, но они не смогли дойти до конца, они неправильно пришли, неправильно понимание, совратились от Господа, отошли. И поэтому пусть Бог благословит. И когда я смотрю на служение Давида, царя, и, наверное, также мы понимаем, что было в его жизни особое приглашение трудиться для Господа, но не всегда оно приходит, это служение, прямо вот сейчас. И ему приходилось какое-то время быть как бы в бегах от своего, скажем, того, который стоял над ним, царь, и он убегал, даже будучи тестем его, а он убегал от него, потому что он хотел убить его. И это также было допущено для Давида от Господа. И мы читаем, когда книгу Царств читаем, что было такое время у Давида, и уже последние главы, 30-е, там повествует о том, что Давид вдруг оказался, что его семейство все было забрано, когда пришло это время, он был там на стороне врагов. И когда и шел на эту войну, то вдруг не оказалось его семьи, когда он возродился туда, где бы они оставили свою семью. И написано, что эти сильные мужи, они очень сильно плакали. И даже так плакали, что там сказано, что плакали до тех пор, пока сила была, уже силы даже не доставало плакать. И тогда после этого написано, Давид укрепился надеждою на Господа. Дорогие мои братья, те, кто сегодня пришли для того, чтобы быть посвященными для Господа. Давид укрепился надеждою для Господа, когда, казалось бы, самое трудное обстоятельство в его жизни, самое большое переживание. И в это время он не отвернулся от Бога, а написано «укрепился надеждою от Господа, на Господа, дорогая церковь». Как необходимо, даже когда проходим особые трудности, испытания, укрепляться надеждою на Господа. И Бог будет проводить нас своим путем, благословляя свою славу. Пусть Господь благословит, чтобы, понимая, что иногда с вечера и приходит плач, как псалмопевец говорит в 29-м псалме, он говорит, когда вечером плач, а на утро радость, приходит особое благословение от Господа. И Господь хочет, чтобы мы продолжали идти. Мы не знаем, что то или другое более важно для нас или что более благословением будет для нас. Кто-то бы получил большую сумму денег, правда, и оказался погибшим, скажите. А если бы не получил, он ходил бы, может быть, в нужде, но остался верным. Что лучше? Наверное, то, чтобы остался лучше в нужде и был спасенным, нежели иметь большие удовольствия, греховные наслаждения и погибнуть. Поэтому Господь знает лучше, что для нас с вами сегодня необходимо. Да благословит нас Господь своим благословением и в это время, да даст нам увидеть что-то особое.
Когда я говорю для церкви, я хочу, дорогая церковь, сказать особые слова для вас. Знаете, иногда в церкви так служители есть, и они заботятся, но иногда в церкви происходит такое, что вдруг кто-то не поприветствовал вас. Вот служители не подошли, не поприветствовали, или там с кем-то поприветствовался, а со мной не поприветствовался, и мы ходим в обиде, правда? Вот пастор с тем поговорил там, а со мной не поговорил, или диакон там подошел, приветствовался, а вот меня как-то обошел. То для того, чтобы вот этого не было в церкви, вот этой обиды, я понимаю, что что-то особое Господь говорит для нас, как членов церкви, чтобы мы были благословением и были благословлены нашими служителями. И здесь говорится так. Первое, что это в послании к евреям, 13 глава, говорится: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Пусть Бог благословит, чтобы мы были этими служителями, видит нуждающихся. И не только иногда мы видим вот перед собой, если кто-то стал и там нуждается, но видеть и справа, и слева. Как служитель я должен видеть тех, кто нуждается. Я не должен проходить мимо. Пусть это будет в сердце нашем, пусть оно будет в чувствах наших заложено Духом Святым. Видеть и тех, кто впервые пришел в дом молитвы. Знаете, пастор всегда сидит впереди и, может быть, не всегда видит. Но служители, диакона, они не должны просто сели возле пастора и сидим. Да, кто-то должен быть сидеть возле пастора, чтобы получить направление. А кто-то должен быть видеть там, за пределами, в церкви, наверху, нанизу. Кто-то из диаконов должен видеть. А кто пришел новый, чтобы поговорить с ним, встретить, по первому протянуть руку, прежде нежели члены церкви, познакомиться. Это служение диакона должно быть, особенно в большой церкви. Пусть Бог благословит вас в этом. Не будьте, скажем, пассивными. Вот пастор мне скажет, тогда пойду там стану коле дверей. Нет, ищите возможность, как послужить лучше, чтобы потом прийти и пастору сказать: вот с этим человеком я побеседовал, вот этого встретил там, и он что-то передал, и это благословение есть для пастора, когда есть такие служители, которые видят, что им необходимо делать у служения. Уделите больше внимания, старайтесь уделять это больше внимания. Люди, которые старше уже возрастом, может быть, тех, которых нужно посещать дома, старайтесь откликаться на это, чтобы посетить их, побыть тех, которые не посещают собраний. Это обязанность диакона. Пусть Бог благословит нас в этом и поможет нам. Уделите больше внимания, посещая старых людей с проломлением хлеба. Неся, просто покажите, что вы открыты пред Господом. Это необходимость, чтобы в этом служить и показать, что это от церкви. Мы как церковь едины, и даже принося хлебопреломление, и эти постарше поколения или больные люди, которые имеют нужду, не могут быть в церкви, но вы пришли и принесли это общение. Будьте таковыми, посвященными для Господа. Удовлетворить их духовные нужды и оказать, может быть, милосердие, вместе помолиться, сказать какие-то слова утешения, ободрения, показать еще раз на небеса и сказать, как мы сегодня слышали этот псалом: «Скоро эти небеса для нас откроются, и мы войдем в славу», чтобы не унывали те, кто уже и в старости пришли к какому-то особому, скажем, краю, и чтобы не край видели могилы, а видели небо отверстым. И это зависит от служения диаконов, когда они приходят и посещают, не говорят о могиле, а говорят о вечности, о небе, о славе небес. Пусть Бог благословит, ведь диакон, само слово, если диакония в переводе, это служение. Я верю, что вы знаете, служить должно служить, и служитель сам, оно как бы нераздельно должен быть твердым, но никогда не должен быть жестоким.
У него должна быть твердость духа, понимание воли Божией, что он верный Богу стоит, никогда не идет на компромисс с грехом, но никогда не быть жестоким. Знаете, жестокость, она, сегодня мы слышали, я верю, Дух Святой говорил нам через служителей уже о том, как мы должны относиться, правда, друг к другу, и тем более, как служители. Мы должны уметь прощать или уметь миловать, уметь видеть, как вывести. Мы не судьи, выносящие, скажем, приговор, а мы те, которые должны показать, как выйти из той или иной ситуации, чтобы человек был ободрен и укреплен Божьей благодатью и получил благословение. И поэтому и сейчас, имея невозможно за короткое время дать наставление всему, что необходимо для служения диакона. Но это то, что я как бы сам переживая, проходя через эти все служения, видел, что необходимо сегодня, и вижу, что нужно, а поэтому стараюсь самые главные такие направления, которые нужны для диакона, передать для вас как наставление. И здесь мы читаем о диакону в первом послании Тимофею, 3 глава, слова, которые говорятся так: диаконы также должны, с 8 стиха мы читаем 3 главу 1 послания Тимофею, диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, а потом, если беспорочны, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Слава Господу! Да будет благословен наш Господь! Я верю, что вы не один раз прочитали сами эти качества, и старайтесь их всегда не для кого-то прочитать, а снова открывший для себя: Господи, дай не упустить, может быть, я в служении какое-то качество теряю. Дай мне быть, Господи, во всех этих отношениях верным Тебе. И Бог благословит, когда мы проверяем себя во свете Слова Божия. Знаете, когда мы читаем книгу Амоса, и там в 7 главе, может быть, кто-то и помнит из вас, но вы можете увидеть, там хорошо запоминается этот стих, 7 глава, 7 стих. Для меня, я так обычно стараюсь как-то в памяти особые места запоминать. И там говорится, что был свинцовый отвес, увидел Амос, правда? И в чьих он руках был этот отвес? Вы знаете, в чьих руках? В руках Господа, там написано. У него в руках был этот свинцовый отвес. И Бог потом говорит Амосу, знаете, что он говорил? Он говорит: я положу этот отвес и не буду уже прощать. Как бы Бог сам берет отвес и начинает что-то особое делать с народом Божьим, с народом израильским, который отступил от Бога или стал делать неправильно, жить неправильно, то Бог свою церковь, готовя через служителей, я бы хотел, чтобы вот Бог так смотрел, как в Захарии есть написано в 4 главе, и там 10 стих говорится также об отвесе. Но там говорит Господь, такие слова передаются, что радостно смотрят очи Господа. На кого? На Зарававеля, у которого в руках этот отвес. Вот, дорогие братья, я бы хотел сегодня, чтобы Бог не касался церкви, так важно служителям держать этот отвес в руках своих, чтобы не Бог держал отвес этот свинцовый, после которого уже нет милости, или как бы приходит суд, приходит приговор. Но есть поставлены служители в церкви, которые должны держать этот отвес Божьего Слова в церкви и давать возможность церкви подходить или поправлять по этому отвесу. Служитель берет и смотрит. Ага, вот здесь чуть-чуть отклонение, он подходит и поправляет стеночку, правда? Он смотрит, вот здесь чуть отвес, он поправляет. Не допускайте, чтобы Бог брал свинцовый отвес, но держите вы отвес как для своего служения, так и в церкви этот отвес, ибо
те семь радостно смотрят на этот отвес в руках Зарававеля. Я бы хотел, чтобы Господь всегда с радостью смотрел на ваше служение, на ваше посвящение Богу, на вашу верность, на то, что вы держите Слово Божье и постоянно еще больше с каждым днем, я бы так сказал, знаете, как говорят, есть человек, который отучился, но никакой у него нету роста, правда? Он как отучился такой, приходит и ничего. К такому врачу, говорят, не хотят идти. Но есть врач, который с дня на день, он как бы квалификацию свою улучшает. Как он улучшает? Он старается, смотрит, изучает, берет практику, смотрит, как у других, что получилось, ищет. А у нас есть намного больше. Брать эту практику у нашего Господа Иисуса Христа, от Него учиться. У нас есть Тот, Который дает совершенство, Который помогает, если мы посвящены Господу. Да благословит нас в этом Господь. Итак, мы прочитали эти слова, и пусть сегодня Господь благословит особым благословением и вас, дорогие жены. Как здесь написано, вы те, которые особым благословением являетесь для своих мужей. Будьте посвященными, молитесь за них, поддерживайте их руки, побуждайте их, даже когда им не хочется иногда в собрание идти, а вы скажите, а ты что, не пойдешь в собрание? А ты же служитель, знаете, жене хочется, чтобы муж побыл дома, иногда так, ну что ты, разве ты сегодня пойдешь в собрание? Иногда так жены говорят, да не иди, да там же столько деканов, да и они сами разберутся. И знаете, все жены сказали своим мужьям, и все мужья не пришли. И остался один пастор, а может быть и жена пастора, и тоже сказала так, и он не пришел, и никого в церкви, одни члены пришли, правда? Поэтому, дорогие сестры, никогда да не будет у вас. Не иди сегодня, побудь сегодня дома, никогда. Отправляйте их с молитвой, благословляйте, даже если кажется, что там ты должен быть в церкви, там церковь нуждается. Бог нас благословит, и наш дом благословит, и детей наших благословит. Будьте теми, которые поддерживают мужей, не ослабляют, а поддерживают. Будьте богобоязненными, слушайте, что Бог говорит в ваше сердце. Заботьтесь о том, чтобы ваши мужья всегда были опрятными, чистыми, чтобы на них было, видела церковь и равнялась, как ходить пред Богом. Старайтесь об этом. Там, где они видят что-то, знаете, с возрастом иногда приходит что-то, и в мою жизнь жена, нет, так не пойдет, ты так не пойдешь в собрание. И знаете, я благодарю Бога за жену, что она может поправить, подсказать. Поэтому не опускаем планку или то отношение пред Господом. Мы верные, мы Богу служим, мы не просто на земле ожидаем награды, а мы ожидаем на небесах этой награды. Мы хотим быть верны Богу и посвященными Ему и на все дни жизни нашей, не только в начале, но до самого конца пройду и буду верным во всех отношениях, и чистым, и душой, и духом, и телом, правда, во всех отношениях мы должны быть посвященными и чистыми людьми, способными передавать этот запах живительный на жизнь, это благоухание Иисуса Христа. Итак, заканчивая это наставление, как я сказал, невозможно все передать, может быть, в коротких словах того Писания, которое мы видим в Священном Писании. Хочу только еще привести, может быть, один пример. Вы помните 25 главу Евангелия Матфея, когда открываем или говорят о 25-й, те, кто читают Евангелие, вы сразу вспоминаете, начинается с пяти мудрых и с пяти неразумных дев. Наверное, так запоминаем мы главы, те, кто читают Слово Божие. Но я хочу не о них прочитать, а есть здесь слова, которые для меня очень благословением являются. Пришло время, кому-то было что-то вручено, им нужно было дать отчет. Иисус Христос говорит. И вот я бы хотел, чтобы для вас, для меня, для всех, кто служит в деле Божьем, звучали такие слова. И подойдя, 20 стих 25 главы, и подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них».
Господин его сказал ему, смотрите, правда, чудесные слова. Он говорит, я когда читаю это, мое сердце еще больше, Господи, я хочу так прийти, услышать эти слова. И он говорит, хорошо, добрый и верный раб, малым ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина моего. Хотим этого? Да благословит Господь нас с вами, дорогие мои братья и дорогие сестры, и вся церковь, чтобы нам услышать подобное, быть зажженными в теле Божьем, как церковь Иисуса Христа, быть приготовленными вот этими мужами, которые сегодня будут посвящаться через возложение рук и молитву всей церкви, будут посвящаться на это служение или поставляться на эту должность диакон, как служитель в Божьей церкви. Пусть Бог благословит. Итак, их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Давайте, церковь, мы вначале все вместе помолимся за всех. Вы потом вы не будете молиться, а мы за всех просто вслух так оживленно, духом. Вы умеете духом молиться? Давайте помолимся духом, коротенько, такой молитвой, чтобы Божья благодать пришла, Божье благословение пришло. Молимся. А вот шармана лавере, о лапиревал орты фречу мене геби сарту фрей, о маравита крамана фадалор чамене гей сурамана, аллилуйя сановар вида кромана фадалор, дойча вида кламери халорта фража, Ты, Господь, Авоотчер Миналабиревалта, слава, слава, слава Тебе за потоки Твои. Аллилуйя, аллилуйя, сана варбида крамана файда. Аллилуйя, Бог живой, аллилуйя, девере краманас. И мы пред Тобой преклоняемся, и мы призываем, как церковь, это благословение. Господи, на служителей Твоих. Аллилуйя, аллилуйя. Господь, я Тебя сердечно благодарю за то, что Ты позволил прожить до этого дня. Я благодарю Тебя за то, что Ты привел меня в эту церковь, Господи, хоть в Минске столько много церквей. Я благодарю, Боже, что эта церковь для меня послужила таким большим благословением, ее служителя. Аллилуйя. Благодарю, Господь, за то, что в этой церкви, Боже, Ты наградил меня прекрасной женой, слава Тебе. Слава Тебе. За то, что в этой церкви, Господь, мы сочетались, за то, что на сегодняшний день мы ждем ребеночка, который скоро придет в этот Аллилуйя, мир. Спасибо слава. Тебе, Господь, за все. И я очень хочу, Господи, быть полезным этой церкви. Хочу послужить, Господи, исполнить то предназначение, которое есть для моей жизни, Господи, чтобы и моя семья, и моя жена, Боже, в этой церкви, они были образцом, чтобы мы не только, Господи, здесь, как говорилось, на сцене стояли, но и в жизни, Господи, Аминь. В быту, чтобы мы не имели в нашей семье никаких нареканий, Господи, чтобы детки были верующие, когда вырастут, они выбрали Тебя, чтобы жена моя, она была помощницей, Господи, и славила Тебя, и поддерживала руки мои. Поэтому, Господь, я прошу, благослови нас, дай ту меру благодати, Господи, чтобы выполнить служение, чтобы оказаться верным Тебе до конца. Мы нуждаемся в Тебе. Ты знаешь, Господи, что где-то мы бываем и не таковые, Господи. Ты знаешь наши молитвы, Ты знаешь наши прошения, о чем мы женой молимся, Господь, чтобы все то, что Ты вложил в нас при рождении, чтобы мы ничего не оставили Тебе, себе, но чтобы все посвятили Тебе, Господь, чтобы все отдали для служения. Поэтому, как Ты вел нас, Господи, до этого времени, так и веди дальше, шаг за шагом, чтобы раскрывались наши таланты, наши способности, чтобы мы, Господи, были пригодными для Тебя, для этой церкви, Господи, или в другое место, куда Ты, может быть, поведешь нас. Мы говорим, Господи, Тебе «да». И я, и моя жена, Господи, мы отдаем свои жизни, Господи, для служения Тебе. Славим Тебя и благодарим нашего чудного и великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Отец Небесный, Господь, мы, Господи, благодарны Тебе за нашего брата Валерия, за то, что однажды в его сердце, Господи, Ты вложил этот огонь, желание служить Тебе. И сегодня мы, как служители, Господь, Твои, посвящаем, Господи, его на служение диакона. И мы, Господи Боже, возлагая руки, Господи, исполняем по слову Твоему и просим, Боже, пусть Твои руки, Твои пронзенные руки, они, Господи, лягут, Господи, на его жизнь, на его служение, Господь, на его труд, который Ты определил для него. Мы просим, Боже, исполни его духа премудрости и откровения к познанию Тебя. Пусть, Господи, во всем делах, служении, в словах, Господи, он будет, Боже, руководим Тобою. Господи, при возникновении, может быть, сложных вопросов, Господи, он имел всегда связь с Тобой. И приходили ответы Твои, благословение Твое. Мы просим, храни его, благослови, используй, Боже. Пусть, Господи, его сердце всегда горит на служение Тебе. И он, Господи, всей семьей прославит Твое чудное имя. Во имя Иисуса, Господь, мы предаем в руки Твои святые. Тебе за все слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Великий Бог, наш Царь, мы еще призываем Твою благодать и силу Твою в это время, чтобы Твой Дух сошел, Господи, и наполнил во имя Твое, Господь. Отец Небесный, то действие внутри, чтобы совершилось. Отец Небесный, тот труд, который совершался до этого, чтобы он продолжился совершаться в еще большей силе, Господи, под большим помазанием Твоим, а Ты сам расширяй и распространяй, Ты наполни, позаботься обо всем, Господь. Мы благословляем имя Твоим дом, Господи, чтобы не нужно было чрезмерных усилий вкладывать, Господи, но чтобы Ты устроил в то время, когда брат будет заботиться о Твоем доме, о Твоем деле, Ты благослови и позаботься обо всем во имя Иисуса Христа. Мы благословляем имя Твоим святым, и Ты веди, руководи и наполни, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодарим Тебя, Агнец Божий, за нашего брата Валерия, что Ты привел его однажды в эту церковь, и он влился в труд, Боже, благодарим за способности, которые Ты даровал ему, проповедовать, общаться с народом, молиться, делать, выполнять работу Твою. И молитва наша сейчас, чтобы благодать Духа Святого сошла в обильной мере, он всегда был мужем, исполненным силой Духа Святого. Будет ли проповедовать, будет исполнен Духа Святого, молиться ли, что другое делать, пусть будет всегда исполнен Духом Святым. Дай Твоего благословения, храни его, здоровье посылай во всякое время, все нужное и необходимое для семьи, вечный Боже, пусть жена будет обильно благословена Тобой, и пусть детки, которые родятся у него, Боже, будут благословены Тобой, и он совершает труд и служение до конца дней жизни, сколько Ты определил ему на всей земле. Вечный Бог, отдаем его и посвящаем его на служение Тебе. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь, в это время мы возложили руки по слову Твоему, как церковь, Господи, мы благословляем брата Валерия на это служение, как служители, Господи, также призванные для этого служения. И дай ему от Твоей славы через нас, Господи, Боже, благослови через это возложение рук. Пусть сойдет, Боже, Твое помазание для того, чтобы исполнить это служение диакона, как посвященного, Боже, для Твоей церкви, чтобы он видел все то, что нужно делать, и был благословением как для пастора, помощником, так и для церкви, Господи, для каждого члена, чтобы он был по-особому усердным, Господи, в служении Твоем. Подай ему от верхних и нижних источников, и пусть сила Святого Духа будет на нем, когда он будет проповедовать, будет особое откровение, Боже, слов Твоих, Боже, дающего церкви особую пищу, благослови, когда он будет посещать больных, Господь, пусть по молитве его, Боже, когда он будет там находиться, больные исцеляются во имя Иисуса Христа, благослови, Боже. Твоим, Боже, Духом Святым созидай его мудростью свыше, откровениями свыше,
как Боже поступать и жить в церкви, так же, как относиться в доме, в семье, чтобы он был как священник в доме, благословляя, Боже, жену, деток, Господи, которых ты дашь ему. Боже, благослови, благослови и жену, чтобы и она была той неотъемлемой частью, как помощница, Боже, всегда знающая, что нужно, побуждающая, поддерживающая мужа своего. Надели этой способностью и силой быть верными тебе вместе, всем домом, чтобы не дать никому преткновений соблазна. Мы молимся во имя Иисуса Христа, пусть всегда будем слышать и видеть, что они ходят в истине. Тебе да будет слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Можно вставить. Пройдите вперед здесь. Постаньте вперед. Следующий, пожалуйста. Слава Тебе, великий и чудный Господь и Бог! Я благодарю Тебя за милость, которую Ты явил ко мне, Господи, за то, что Ты, Господи, некогда нашел меня, Господи Боже, Ты взрастил меня в этой церкви, Господи Боже. Благодарен Тебе, Господи, за то, что с детства, Господи, может быть, не с раннего, но с детства я могу слышать Слово Твое, Господи Боже. Господи, и Ты, Господи Боже, взрастил, Господи, и дал, Господи, это служение, Господи Боже, Святой Вечный. Господи Боже, я благодарен Тебе за ту милость, Господи, и за то, Господи, доверие, которое Ты, Господи, которое братья оказывают мне, Господи Боже. Но я прошу Тебя, Господи Боже, Ты пошли еще и Твою силу, Господи Боже, Твое благословение, Господи, мудрость от Тебя, Господи, чтобы нести этот труд, Господи, который Ты даешь, Господи, чтобы исполнять Слово Твое, чтобы, Господи, прославлять Твое святое имя, чтобы, Господи, в служении, Господи, являлась Твоя сила, Господи. Я благодарен Тебе и за жену, которую Ты дал мне, Господи, которую Ты также взрастил, Господи Боже Святой, в этой церкви, Господи, за деток, Господи, и благодарен, Господи, за то, что, Господи, и они, Господи, находятся в доме Твоем, Господи Боже. Я прошу Тебя, благослови, чтобы мне быть служителем не только в доме своем, Господи, но и в церкви, чтобы, Господи, являться действительно примером, Господи Боже Святой, посылай во всем мудрости, посылай, Господи, Твоего водительства, чтобы исполнить Твою волю, Господи. Я все даю в Твои святые руки. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь, мы благодарны Тебе, что, Господи, с юных лет, Господи, наш брат, Господи, его сердце, оно, Господи, прилепилось к Тебе, Господь. И он, Боже, все время следует, Господи, Твоим путем, идя за Тобою, Господи, присутствуя в служениях и, Господи, исполняя различные, Господи, повеления, которые есть в церкви, Боже. Мы благодарим Тебя за его открытое, простое сердце, которое, Господи, Ты даровал ему, Господь. И, Господи, в этот момент, возлагая руки по слову Твоему, мы просим, Боже, благословляя, благослови. Пусть, Господи, Твоя сила, Твоя мудрость, Твое благословение, оно, Господи, почиет на нашем брате. Мы просим, используй его, Господи, в разных направлениях, в разных служениях, которые сегодня Ты определил для него. Благослови, чтобы он, Господи, был верен во всем, Господи Боже, в доме Твоем, в служении Тебе, будучи помощником, Господи, служителя. Ты благослови, Господь, его дом, семью, детей, да будут они обильно все благословлены. Даруй, Господи, здоровье, даруй все необходимое. И, Господи, пусть Твоя рука сопровождает его во всем, и имя Твое будет прославлено. Во имя Иисуса молились Тебе. Аминь. Наш Бог, мы благодарны Тебе за нашего брата, за ту верность, которую мы видели в нем, посвящение все эти годы, в разных служениях, Господи, может быть, самых незаметных, но мы благодарны, Бог, Тебе. И мы молим Тебя сегодня, призываем Твою благодать, силу, чтобы Ты наполнил, и чтобы Ты по-особому взял в удел свой, Господи, и с этого времени, чтобы он по-новому начал переживать Твою близость, Твое наполнение, глубину Твоих откровений во имя Иисуса Христа, и делиться всяким благословением, с родом Твоим, Ты благослови, употребляй для Твоей славы во имя Иисуса Христа. И мы, как Твои служители, благословляем, Господи, именем Твоим святым. Благослови дом, жену, детей, благослови, чтобы они помогали в этом во имя Иисуса Христа и также были этим прекрасным примером среди Твоего народа, Господи, и христианской семьи. Благослови во имя Иисуса Христа, позаботься обо всех вопросах земных, Господи, чтобы он был свободен в служении пред Тобой. Благословляем именем Твоим вечным. Бог и Царь, Отец и Дух Святой. Аминь.
Благодарим Тебя, Господь, за нашего брата Руслана, что с юных лет Ты призвал его, что это, Господи, слово пришло в дом через отца, через мать, и в его сердце, вечный Боже, за что слава Тебе. Молитва наша о том, чтобы Ты благословил его служение. Мы верим, что это избрание его на служение это от Тебя, это руководство Духа Святого, мы об этом Господи, просили, молились и видим, что Ты даешь благословение и молитву нашу. Ты его обильно благослови на все время служения, особенно в молитве, особенно когда проповедует Слово, когда свидетельствует о имени Твоем Святом, когда идет к людям, не знающим Тебя. Пусть во всем будет прославлено имя Твое Святое. Пусть во все дни жизни он будет мужем, исполненным силой Святого Духа. Руководи, управляй, Господи, всей семьей, дай благословение. Детки да будут благословены Тобою и служат Тебе. Жена Юля да будет благословена Тобою и служит Тебе. И вся семья прославляет имя Святое Вечный Божий. И даруй, чтобы к концу дней жизни они выполнили ту миссию, которую Ты возлагаешь на него. Верим, что Ты поможешь, благословишь, не оставишь, а мы прославим Тебя за все. Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь, они стоят пред лицом Твоим. Мы, возлагая руки, призываем Твое особое Божие благоволение и милость. Через это возложение рук, Ты сказал, передается, Господи, это особое служение. Так делали апостолы, имея от Тебя откровение. Так было еще в Ветхом Завете, Господи, когда Ты избирал на служение. Боже, возлагались руки, и Ты давал. Боже, от славы тех, которые служили, дай ему от славы, Боже, этой церкви, от славы пастыря, старшего епископа, Господи, от братью пастырей, дай, Боже, ему от Твоей славы с небес Духом Святым ту мудрость и то помазание, чтобы исполнить, Боже, волю Твою, чтобы, Господи, быть Твоим служителем, неся это особое ответственное служение диакона, Господь, чтобы вместе, Боже, он как муж, как глава, Боже, имея помазание от Тебя, мог заботиться и о дома, о домашних своих и быть верным. Благослови жену его, Господь, и той мудростью, и силой, и способностью, и здоровьем, чтобы они во все дни, Господи, никогда не видели печали, страха. Боже, не было в них, Господь, но сила крови Твоей да будет защитой над их, Господи, домом, над их жизнью, над их служением, и они дослужат с радостью, исполняя порученное от Тебя, и будут верны, Господи, и тогда, когда будут, Боже, проповедовать, благослови, пусть сходит сила Святого Духа, Боже, и приходит слава Твоя, и спасаются грешники, и тогда, когда будет, Господи, молиться за больных, пусть и тогда, Боже, слава Твоя приходит, и болезни уходят, Господь, а Твое имя да прославляется во имя Иисуса Христа, мы молимся, дай Ему от Твоей славы, от Твоих избытков, Боже, небесных, чтобы Он исполнил врученное Ему служение, благослови брата Руслана, во имя Иисуса Христа молимся, Отец, Сын и Дух Святой, аминь. Господь драгоценный, я воздаю Тебе всю славу, Иисус, за то, что до этого дня Ты помог Твоей рукой, Господь, и я знаю Тебя Богом живым, Господь. Слава. Я благодарен за то, что некогда Ты нашел меня, Господь, не знающего о Тебе ничего, Иисус, но Ты изменил мою жизнь, Ты извлек, Господь, из этого болота греха, Ты очистил, Господь, и я видел Твою чудную руку и вижу до сегодняшнего дня. Я благодарен Тебе за то, что Ты подарил мне семью, Господь, подарил жену, деток, Иисус, и Ты никогда не оставлял, я верю, и дальше Ты будешь хранить, Господь. И сейчас, в это утро, я благодарен Тебе за то, что Ты усматриваешь что-то доброе, Господь, и доверяешь всякий труд на ниве Твоей, в церкви Твоей, Иисус. Господи, вполне осознавая несовершенства свои, но я уповаю на благодать Твою, Господь. Аллилуйя. Я знаю, что совершенен Ты в полной мере, Господь. Аллилуйя. И еще, Господь, Ты будешь вести и дальше, очищать, работать над нашими сердцами. Я прошу,
Пусть Твоя рука, она, Господь, не оставит ни в какое время, Господь. И даже когда мы порой не верны, Ты верен вовек, Господь. Храни, Господь, наших детей, храни наш дом, Отец, храни нашу церковь. И пусть во всем прославляется имя Твое. Мы доверяем Тебе за эту возможность быть пригодными Тебе на всякое доброе дело, Господь. Сохрани, Господь, от всего ненужного, неугодного, очищай. Приумножай Твои дары, таланты, вводи в призвание Твое. И пусть, Господь, плоды от нашего усердия, от наших усилий, они будут приумножены для Царства Твоего, для Церкви Твоей. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Господь, мы благодарны Тебе за брата Дмитрия, за его, Господи, открытое сердце, Господи, за его, Господи, расположение, чтобы служить Тебе, чтобы имя Твое прославлять. И в этот момент, Господи, мы совершаем по слову Твоему, Господи, это Божье посвящение нашего брата на служение, и просим, благословляя, благослови. Пусть Твои руки, Господь Божий, они лягут на его жизнь, Господи, на его служение, на его дом, Господи. Мы просим, благослови, Боже, веди его Твоими путями. Даруй, Господь, мудрость от Тебя. Даруй, Господи, Боже, знание, Боже, Твоей воли, Боже, на каждый конкретный случай. Мы просим, дай благословение, Боже, в слове, когда он будет трудиться. В общении с братьями и сестрами благослови. В молитвах, Господи, в поездках, служении используй, благослови. Мы просим, благослови его супругу, деток благослови. Пусть этот дом будет обильно благословлен Тобой. И то, что Ты определил, Господи, Боже, в его жизни, Боже, труд и служение, дай ему исполнить его до конца, быть верным Тебе и прославить Тебя достойно имя Твое святое. Во имя Иисуса молились Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Бог, мы еще призываем Твое благословение. Мы просим Тебя сегодня о милости Твоей для нашего брата, для его дома, для его служения перед Твоим святым лицом. Ты благослови. Во имя Иисуса Христа наполни, Господи, Твоей силой и благодатью в еще большей мере, Отец Небесный, чтобы он был во всякое время в уделе Твоем употреблением, чтобы всякий, кто придет, Господи, мог получать ответы на свои нужды, Господи, через действие благодати, через нашего брата. Благослови. Во имя Иисуса Христа мы благословляем именем Твоим святым, чтобы Твое помазание было на нем, Отец Небесный. Устрояй дом, Господь, чтобы всякая нужда, она была отвечена Тобой во имя Иисуса Христа. И он мог заботиться в полной мере, Господи, о деле Твоем. Благословляем еще именем Твоим за все. Благодарим Тебя, Отец и Дух Святой. Аминь. Благодарим Тебя, Господь, что молодые годы призвал брата Дмитрия на служение. Дал ему, Господи Боже, любящий Господь, совершить покаяние и привел церковь для труда. Молитву нашу о том, чтобы Ты благословил, мы посвящаем его на служение на все годы, сколько будет жить на сей земле. Пусть почиет благодать Духа Святого на нем, как на проповеднике, как на молитвеннике, как, Господи, на свидетеля о имени Твоем Святом. На всем труде да будет он обильно благословен Тобою. Семья его да будет благословенна, Татьяна, жена да будет благословенна Тобой. Детки да будут благословены. Все устроится, делай, пусть семья будет сохранена от всякого рода заболеваний, колец не нужно. Господи Боже, ничего не славящего Тебя, а пусть будет Твое благословение, имея нужное и необходимое, радуется, что Ты благословляешь, и обильно благослови. Все устроится, делай для Твоей славы в его жизни, а мы его посвящаем на служение этой молитвой. Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь, снова и снова, Господи, мы поставили перед Тобой, Господь, брата нашего, Господь, и его жену. И в это время мы просим, дай, Господи, Твое благословение через это возложение рук наших. Пусть, Боже, притекут Твои потоки, Господь, текущие из-под храма Твоей славы, дабы он имел избыток, Господи, всегда делиться хлебом от Тебя, Господи, свежим, особым благословением. Дай, Господи, ему откровение свыше, Господь, дай ему понимание и мудрость, как поступать и что делать в тех или других обстоятельствах, когда будут особые вопросы, чтобы он имел это познание от Тебя и мудрость действовать правильно, благоразумно перед церковью, перед, Господи, Тобой, перед внешними. Да будет его жизнь всегда, Господи, славой Твоей наполнена, откровениями Твоими, рабита олта, фрада бире эльчу, вир кройча бире кебире фада.
Пусть, Господи, сила Святого Духа, сопровождая его, всегда будет, Господи, наставлять и учить его. Господь, как правильно и что делать, чтобы и для дома, и для семьи он был, Господи, той главой, священником, благословением, и для жены, и для деток, Господь, чтобы они всем домом служили Тебе и были верны, и были во все дни, Боже, посвященными Тебе, и никогда не остановились, Боже, но простирались вперед. Господь, ожидая от Тебя, Господи, еще большего и большего благословения, будучи всегда жаждущими, а Ты давай от Твоих источников верхних и нижних, заботясь, Господи, о духовных вещах, дай, чтобы и в физической жизни они ни в чем не имели недостатка, но были, Боже, способны уделять и для тех, кто вокруг их были особым благословением. Благослови в этом служении, в этой должности диакона в Церкви Твоей, да будет, Господи, явлена Твоя слава через жизнь нашего брата и его жены, Господи. Благослови во имя Иисуса Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогой Господь, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа я благодарен Тебе, что Ты привел сюда. Господь, прошу, дай мне мудрости, силы быть верным Тебе, помогать пастырю, заботиться, чтобы в служении глухих было благословение, чтобы Слово Твое открывай мне, чтобы я мог передавать людям, чтобы росли духовно. Благослови, Господь, дай сил, здоровья, чтобы мог служить Тебе в хорошем здравии. Благослови, Господи, детей, семью нашу, чтобы познавали Тебя, чтобы служили Тебе. Господь, благослови, пожалуйста, чтобы мы все верны Тебе были в Церкви Твоей во всем. Благослови, Господь, благодарна Тебе. Слава Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, мы благодарны Тебе, что однажды, Господи Боже, Ты коснулся сердца нашего брата Константина. Мы благодарим, что среди неслышащих людей Ты начал свою работу. И мы благодарны Тебе, что, Господи Боже, он откликнулся на Твой призыв. И, Господи, сегодня, стоя здесь, Боже, посвящая его в это служение дьяконом, мы благодарны Тебе и просим, благословляя, благослови. Пусть Твои, Господи Боже, пронзенные, сильные, крепкие, любящие руки, они, Господи, лягут на, Господи, нашего брата. Мы просим, благослови. Благослови его, Господи, труд Божий, среди, Господи, наших братьев, сестер, неслышащих. Боже, мы благодарны Тебе за то, что, Господи, до этого момента он проявлял верность, послушание. Он, Господи, во многих, Господи Боже, участвовал в служении, Господи, благодарим Тебя за организации, Господи, различных мероприятий. И мы просим, благословляя, благослови, пусть то, что Ты ему даровал, оно, Господи, еще больше, Господи, будет развито в его жизни. Я прошу, пусть благодать Твоя, мудрость, сила прибудет на нем. Мы просим, дай здоровье, Господи. Дай благословение. Ты видишь, Господи, семью, жену, деток, Господи. Мы просим, благослови, Господи, чтобы всей семьей они, Господи, служили Тебе. И то, что, Господи, Ты определил, Господи, для этого дома, семьи, в их служении, среди неслышащих людей, пусть исполнится, Господи, Твоей силой, Твоей рукой и Твоей благодатью. Мы просим, храни, Господи, на всех путях, Господи, от всего, Боже, нехорошего. Но дай, Господи, Боже, идти за Тобой верно, любить Тебя, служить Тебе, Господи, быть помощником, Господи, для славы Твоей в Церкви, Господи, Твоей. Тебе за все хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь и Бог наш, мы еще призываем Твое благословение нашего брата, посвящая его на служение перед Тобой во имя Иисуса Христа, чтобы благодать Твоей силы были на нем во имя Твое, в том служении, которое Ты усматриваешь для него, Отец Небесный, чтобы он для многих и многих был Твоим ответом, Отец Небесный, в разных моментах, в разных нуждах, вопросах Ты благослови, и мы благословляем его, его дом, семью, Господи, чтобы не было никакого, Отец Небесный, никакой преграды во имя Твое, но они могли свободно служить Тебе. Ты ищешь вопросы, связанные со здоровьем, молим Тебя о том, чтобы Твоя благодать сошла, чтобы немощи ушли во имя Иисуса Христа. Это не было преградой, Господь, в служении перед Тобой. Ты благослови во имя Иисуса Христа. И мы, как Твоя Церковь, призываем Твое благословение, благодать и силу Твою, наш Бог и Царь, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты и среди слабослышащих людей начал свою работу. Проповедь дошла до их сердца, до их сознания.
и они начали отдавать жизнь свою для Тебя. Благодарим Тебя за Константина, который пришел в эту церковь и тоже покаялся и стал служить Тебе. Мы молимся и благодарим за его труд и работу, что он большую работу сегодня проводит среди этого народа, среди слабослышащих. Просим, благослови и обильно его благослови. Пусть он всегда будет благословен Тобою, проповедуя, молясь за людей, свидетельствуя, все да будет для Твоей славы. Мы молимся и сейчас, и еще раз за его здоровье, Господи Боже. Пусть в это время лягут Твои исцеляющие руки, и он будет исцелен, Господи Боже мой, и обильно благословен Тобою. Он, жена, детки, все да будет во славу Твою. Мы благословляем его и верим, что небо приняла молитву нашу. Будь Ты благословен и прославлен. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь, также мы снова возлагаем руки наши на нашего брата, Господь, которого Ты избрал для этого служения диаконом в этой поместной церкви. Да будет он, Господи, отделенным, посвященным через это рукоположение, да сойдет Божия Твоя благодать, да сойдет сила Святого Духа, Господи, на него, и да будет он всегда слышащим Тебя, Господи, да будет его, Боже, слух всегда открыт, чтобы, Господи, внимать, что Ты говоришь, чтобы передавать, Боже, для тех людей, которые еще не слышат, Господь, благослови его, Господи, откровением свыше, да будет на нем помазание Твое, Дух Святой, ревита алу орпи давиряеч, ламина фода кемере фача мене кебере фада, холакейс, Дух Святой, Ты руководи. Ты руководи, Господи, когда он будет, Господи, делиться этим словом. Пусть на нем будет Твое помазание, Господи, Боже, которое бы приносило исцеление, приносило, Боже, восстановление духовное и физическое во имя Иисуса Христа, чтобы люди преображались через, Боже, его слова, которые он будет передавать от Тебя. Благослови, чтобы познание истины Твоей, Боже, через него приходило для многих, кому, Господи, он будет служить, Господь. А Ты дай, Боже, от Твоих источников, верхних и нижних, во всей полноте, чтобы его жена и детки были, Боже, служащими Тебе и были верными, и никогда, Господи, мы не слышали, что они оставили путь Твой, но пусть они ходят в истине, пребывая в вере, любви и в страхе Божьем. А Тебе да будет слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, от нашего Объединенной Церкви мы вручаем свидетельство такое, которое объединен Церковь Христиан Веры Евангельской Республики Беларусь, свидетельство о рукоположении. 22 декабря 2019 года на основании Священного Писания, Деяния 6 главы, то, что мы уже слышали, посвящено служение диакона брат Рабиков Валерий Вячеслав, Рабчиков Валерий Вячеславович. А он имеет право совершать священное действие по поручению пастора. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Евангелие от Иоанна 12:26. И здесь рукоположение совершили по местной церкви христиан веры евангельской Гефсимания, город Минск. И записаны здесь наши фамилии служителей, и наши подписи стоят в этом. Это свидетельство не дает права что-то особое делать, дорогие служители. Я уже одна всем вам говорю, чтобы потом не повторять. Это свидетельство также не будет, если вы положите на больного, оно не исцелит больного и также не даст вам памяти какой-то, но иногда нужно его открыть и так посмотреть. Господи, я посвящен, чтобы служить Тебе. Господь, я обещал, молясь перед церковью, дай мне быть верным. Это чтобы напоминание вам было в домах. Поэтому, как свидетельство, брат Валерий, благословит Господь. Спасибо. И также... А также памятную Библию для вашей семьи. Возлюбленному Господом брату Валерию в день рукоположения на служение диакона церкви. Будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 1 Тимофею 4:12. С любовью, братья и сестры церкви Гефсимания. Вот
второй, да? Я не читаю уже такое же самое свидетельство, чтобы не повторяться, времени сокращая, хочу сказать, на основании Священного Писания, также и тебе, брат Руслан, вот выдается подобное свидетельство, а ты имеешь право, как здесь сказано, совершать священное действие по поручению пастора. И кто мне служит, мне да последует. Так сказал Иисус Христос. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой Небесный. Это самое большое, что есть для нас в служении. Чтит Отец Небесный. Будет всегда с нами. Да благословит Господь. Также поздравление возлюбленному Господом брату Руслану в день рукоположения. Будь образцом для верных. Уже тоже читались, не будем повторяться. Пусть Бог благословит. Также такое же свидетельство рукоположений от Объединенной Церкви. И для тебя, брат Дмитрий, здесь особые слова, которые хочется, чтобы мы помнили, посвященно диаконам. Ты на это служение, и ты имеешь право совершать священное действие по поручению пастора. Да благословит Господь. И кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Так сказал Иисус Христос. А мы, Его ученики, остаемся не только когда были до диакона, но и во время диаконского служения. Ученик Иисуса Христа, держи благословение от Господа. А также и Слово Божие, как инструкция для жизни на каждый день. С любовью, братья и сестры Церкви Гефсимания. Поздравляю. Такое же свидетельство, Константин, и для тебя. Особое благословение на основании Священного Писания. Ты рукоположен или посвящен на это служение диакона, и поэтому имеешь право совершать священное действие по поручению пастора. Никогда не самовольничайте. Священное действие отличается от того, что там пойти где-то помолиться или побеседовать с кем-то. Есть особые, где поручает пастор. Особые священное действие должны совершаться только с разрешения или по поручению пастора. «И кто мне служит, мне да последует, где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Это говорил Иисус Христос. Пусть Его слова никогда не станут для нас второстепенными, но всегда будут впереди. Поздравляю, благословит, благословляю и вас, жены, уже мужей ваших поприветствовал, также приветствую и благословляю. Будьте благословены Господом.